Сегодня у нас Xperia V и сломанный экран. Вот. Сегодня будем менять сборный модуль, тачскрин с экраном. Не знаю, может быть они идут и отдельно где-нибудь, но у нас вот такие вот сборные модули. Достаточно просто меняется. Снимаем батарейку, выкручиваем болты. Вот я их уже выкрутил. По углам одинаковые, посередине два коротких болтика на обычной резьбе. Снимаем заднюю панель. Давайте сразу попробуем новый экран. Включаем новый экран, свой разъем, включаем телефон. Включили телефон, ждем, пока он загрузится. Достаточно быстро загружается эта модель. Загрузился, разблокируем, пробуем сразу кнопки включения, все работает, нижние кнопки можно смело менять, отключаем. Настегиваем камеру, вот она у меня в руках уже. Снимаем разъем кнопок, разъем гнезда наушников, батарею. Будьте внимательны, здесь у нас внизу пристегнут кабель. Отстегиваем кабель. Снимаем плату. Греем стекло по периметру. Ставим температуру порядка 450 градусов. Разогреваем так, чтобы было довольно чувствительно рукой. Снимаем экран снизу. Достаточно сильно посажен на двусторонний скотч по периметру. Попроще. Придерживаем вот так вот, греем сверху. Вот он уже сам отходит. Сняли.
Снимаем старый двусторонний скотч, очищаем полностью поверхность. Должна быть чистой. От кусочков стекла, от мусора, от старого скотча. Очищаем. Сняли. Тут уплотнитель у нас выпал. Новый экран, друзья, у нас не проклеенный, вот видите, он чистый, поэтому бывает комплектность полностью проклеенная, но у нас попался такой, поэтому сейчас мы с вами его быстро проклеим, поставим на двусторонний скотч. Вот таким образом. Давайте я пока поставлю на паузу. Проклеиваем здесь полностью по периметру. Итак, проклеили. Вставляем. Еще раз проверьте поверхность. Ничего не должно оставаться на тех местах, куда устанавливается тачскрин. Иначе будут зазоры, щели. Вставили, шлейф вытащили с изнанки. Уплотнитель постоянно вываливается. Вставили на свое место. Вставляем плату. Обратите внимание, здесь разъем. Тачскрин застегивается в разъем. Разъем находится на шлейфе экрана, чтобы он не был отстегнут, потому что он при разборке часто отстегивается. Застегиваем разъем гнезда наушников, экрана. Застегнули. Далее камеру. Далее боковые кнопки. Шлейф вот этот вот длинный. Устанавливаем на свое место все. Ставим на заднюю крышку, заднюю панель точнее. Это крышка гнезда зарядки, она постоянно выпадает. Не забудьте о ней. Ставим панель.
батарею. Собирайте заднюю панель. В принципе, все. Не путайте болты. Всем спасибо за внимание. Удачного дня. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.